6 лет назад они исчезли без следа. Следующим летом они снова всплывут на горизонте. Монте-Карло. Вот оно, казино. Прекрасно. Там мы и найдем пингвинов. Вы деретесь подушками, как детсадовские девчонки. Чимичанга! Они набивают подушки птенцами. Дримворк с анимейшн представляет. Спускаясь вниз, хватая пингвинов и сваливаем. А можно мне? Можно я схвачу пингвинов? Заткнись! Я схвачу пингвинов! Ваши любимые бродяги? Изолировать помещение и вызвать службу зооконтроля! Подстава! Станут самыми разыскиваемыми преступниками в Европе. Капитан Дюбуа, как же я рад вас видеть! Дурак, как вы можете давать им бежать? Как больно! Следующим летом, Гашетко Фоллоу, валим отсюда! Вуаля, жираф прямо по курсу! Ребята, за нами хвост папарацци! Третий, кто хочет сфоткать королю. Путь домой? Как нам пересечь Европу, не привлекая внимания? Стойте! Цирк! Проезд только для цирковых животных. Не доверяю я тебе, лев. Грива слишком пышная и ухоженная. Ты не лев, ты львица. Вот позорище. Превратиться в настоящий цирк. Короче, сейчас надо залечь на дно, пока не уляжется суматоха. Мы невидимы. Марти? Цирк! Афро! Афро-цирк! Афро-цирк! Афро! Убейте меня. Мадагаскар 3. В 3D. Летом 2012 года. I like to move it, move it.